Вот этот клондестин Клара. Вообще вся эта коллекция это Portrait Collection из Пенталиона. И как только я приду домой, я сниму видео, не знаю, когда поставлю, про вот эту Клару. Мне Нона дала пробник, так что вы услышите ее смех. Все после дождя, мокрые цветы, вкусно пахнет, птички поют, даунтаун. Вот еще сочетание старого и нового. Старого и нового. Кстати, вон там очень шикарный ресторан. Раньше он назывался Rose Water, а сейчас, по-моему, по-другому как-то называется. Хотя написано до сих пор Rose Water наверху. Вот еще сочетание старого и нового. Сейчас покажу поближе. Вот видите, какая красота. Это что-то очень старинное. Видимо, это были когда-то фонари. И они прекрасно сочетаются. Здесь ресторан Тирони. И небоскребики. Ну, правда, не такие небоскребики, обычные здания. Ну вот я уже почти приблизилась к дому.
как только вы видите этот шпиль, я почти дома. А вот там, видите, белое здание сзади всех, это мой дом. Смотрите, как интересно расписан автобус. Написано Great Canadian Moment. То есть главные канадские моменты, я так понимаю, в спорте и в достижениях. Покажу вам Сент-Джеймс, кафедральный собор Сент-Джеймса, святого Джеймса. Это вот для Рождества. Смотрите, кусочек колбаски, граппа и всякие там свечки. Ой, вернее, не свечки, это маски. А здесь королева. Она всегда вот так машет своей ладошкой. Вот он, вид каждодневный, как только я иду. Вот таких вот парков в Торонто очень много. Вот смотрите, такая машинка, между прочим, Кадиллак.